塔吉斯坦的一个小的生态公园。孔雀，这个地方有很多的山龟，они руководствуются инстинктами, а инстинкт никогда не обманывает. У него размах крыльев. Да, да. Тут уже тренируется ветер луна. Это тоже иногда ветер будет. Весной не пускать должен. Кто сможет улететь. А вы их маленьким, получается, нашли, да? Маяком. Ну вот это не совсем маленьким, но он нет. Он, видимо, без родителей остался на дороге. Его подобрали, привезли к нам. И того также. И этот был подраненный, этот вылечился, а улететь не смог. Обожрался вот этот тяжелый стал. Он тут, как и остался, не смог улететь. А вот этих пусть пробуйте выпускать. Всех мы выпускаем, пробуем. Которые могут улетать, отпускаем, которые не могут, ну оставляем как. У нас еще кот был. Самурский, кстати, был. А, самурский? 17,5 килограмм был. И лапа была ампутирована, и один у нас работник дурачок. Валера раскрытие оставил, когда кормил. Мы так хотели от него котят получить, не получилось. Он домашний ничего. Он не брызгал, гордый. Домашний то, что не хотел. Ай, да снизит, не трогает. Ну что, за родильный ему вольер строить? Вон так нормально жить.这个地方可以骑马，然后有射箭场。ух ты, какой красивый, господи! А вон смотри, какой идиот! Смотри, какие красивые!Белое солнце, пустынный фильм смотрели все, да? Вот, там этот эпизод здесь снят уже.